для нас тоже хороший как бы матч, да, мы проиграли, но в принципе неплохо играли, особенно второй период, там начало третьего, потом может не хватило сил, где-то начали такое как бы академический хоккей, где надо было попроще сыграть, ну как бы, а сил уже не было, ну такое, ну скажу так, двоякое мнение, ну игрой так наполовину доволен, но результат понятно, конечно, хотелось бы лучше. Чому, на вашу думку, команда провела так перший період, який за великим рахунком потім вже у підсумку став вирішальним? Ну, наверное, скорее всего, то, що не забили, були моменти, не забили і такі, как бы, пропускали голи, ну, опять же, самі себе, можу так сказати, ребята розуміють, що на были, вернее, то, что не надо делать, но, не знаю, как заколдованные какие-то, ну, как бы, получается не то, что мы просим, хотя, ну, все понимают, как надо делать. Судячи з вашого настрою, рідко таке буває, програли, але, тим не менше, такий, мені здається, позитивний настрій. Все нормально це означає, все гаразд, команда продовжує працювати в тому ж напрямку, і попереду нас чекає цікавий сезон і плей-офф. На самом деле, как бы все переживают сейчас, вот и в раздевалке поговорили, все переживают за результат, но тем не менее руки никто не опускает. Еще впереди достаточно времени исправить игру, и что-то подтянуть, и результата добиться другого. Поэтому, ну, не опускаем руки.